Как много всего произошло за последние несколько месяцев. И 6-й день рождения канала, и 4 миллиона подписчиков на канале, и 24-й день рождения главной пипуки этого канала. Меня. Я долго думал, как можно удивить подписчиков, тебя, и что интересного можно выпустить на свой день рождения. И у меня в голове отложился один случай. Примерно месяц назад один подписчик пришел на мой стрим и сказал: «Едисон, а ты вот смотрел ролик Мармока? Он на 6 миллионов выпустил ролик один день своими глазами. Как тебе такая идея?» На что я ему ответил то, что Мармок мой любимый видеоблогер, и то, что вот этот его ролик я пересмотрел раз 9. И да, я прям загорелся этой идеей. Видос вряд ли понравится всем, и все его досмотрят до конца. Но я хочу его выложить. Я хочу вам показать, как проходит мой обычный, типичный, практически каждый день. Именно вот так. Мармоку спасибо за идею, подписчику спасибо то, что мне ее предложил, а тебе спасибо то, что пришел посмотреть этот ролик в мой день рождения. Приятного тебе просмотра. Свинтус, ты свинтус. О, привет. Это что? Не обращай внимания на это. Здорово. Все, иди давай. А яйца? А еще ж яйца. Ну сделай. Thank you.
Когда будем тут? Ну, сейчас ролик запишу, выложу на сегодня и прибромся. А ты опять не доела? Спасибо. Ну что, погнали. Проверка звука. Ну что, все готовы? Начинаем? Ну, тогда сейчас, подождите. Ага. Ну, поехали. Спасибо большое за помощь. Все, я пошел монтировать. Так что давайте, я потопал. Че, издеваешься? Здорово. Что делаешь? Я гостем буду. Гостем. Или гостем буду. Гостем лучше. Гость это элитичнее, чем артист, мне кажется. Шо, ты сделал уже? Кстати, я надеюсь, мы это когда-то в жизни уберем. Опа! Через сколько? Полчаса точно, да? Демоненок мелкий просто, да? Ладно, я пойду дальше. Чао, бомбино. Сеньорита. Опять свое логово. Продолжаем.
Да иду, 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 иду. Ролик роликом, а жрать по расписанию надо. Ты шо передо мной дверь закрываешь? Ой, наварганила, наварганила. Я буду с арахисовой пастой. Картошку с арахисовой пастой? Это с чаем. Спасибо большое. А я тоже хочу такое, можно? Ну что, третий финальный подход. Доступ. Выложить. Ой. Кать, идем? Кать! Ну ты идешь? Так я уже обулся. Не, суп сделаем. Как раз пока он будет. Там пировка уже только час варится. А подождать? Где она опять потерялась? Эти мошки! Я обычно вылазил, ага. Как нормальные люди берут и вылазят. Нет. Да тихо. Ты даже нормально не можешь самокат захотеть. Ну смотри, 6 километров мы с тобой проехали. А в сумме
65! Так, все, я пошел. Сейчас будет стримчуганский у нас. Сейчас опять будет. Едисон, ты опоздал на целых 7 минут. Да, все уже в чате спамят. Эдисон, отписка, дизлайк, ага. Дизлайк, отписка с 8 марта. Ага, дьявол, ты не в раю. Может, ролик записывают. Алле. Стоп-чат, он умер. Угу. Это ты пописяка. Сам ты пописяка, Айгесь Тагирова. Ага, Эдисон, походу, уже празднует. Да, празднует. Что? Музычка включается. I can believe how much I hate. Precious avenue, please roam my way. Jumpsuit, cover me. Jumpsuit, cover me. День рождения через 9 дней, пописяки и пописячные! Алло! С каким днем варенья? 22 июля день рождения! Вы опять все допутали в этой жизни, а? Ай, когда подписчики не знают, какого числа у меня день рождения? Ой, это бан! Это бан! Сейчас, дайте я... Бан all the chat! Вот. Ага, fucking delete the stream. Ага, fucking delete. Ага, fuck you. Угу, ага, кирпич. Ёпер, СТ, ты чё меня пугаешь, Никол? Николаша, даро, весенький тебе, обсесенький. Спасибо большое тебе за поддержку. Здорово, Николаша! 8% на подарок! И Николаша, ну как Никол... Ну это же Николаша. Который реально практически на каждом стриме. Может, ты просто иногда не пишешь в чат? Ребят, 1000 рублей от Николаши. Спасибо большое тебе, Николаша, за такую дичайшую поддержку. Спасибо огромное тебе за то, что пришел на стрим. И спасибо большое тебе за то, что его спасаешь. Мы собрали 9% на подарок на день рождения, ребят. Уже 9! Ребятки, спасибо огромное каждому, кто прямо сейчас находится на этом стриме. Это был последний стрим на этой неделе, а значит то, что следующий стрим будет во вторник. Только предупреждаю заранее еще раз, то, что в четверг и в субботу стрима не будет. Потому что я буду в Питере на ВК-фесте, а 22 числа это какой день? Это понедельник. Я буду также в Питере, поэтому ожидайте мой стрим в Инстаграме. Не зря же я вас прошу подписаться на Инстаграм, как раз для того, чтобы просто не пропускать такие важные вещи. На свой день рождения, ну, естественно, будет немного сторис, фоточки и стрим я проведу. Спасибо каждому, кто сегодня был на стриме. Все, кто прямо сейчас находится в чате, огромное вам спасибо. Стрим заканчивается, до сих пор в чате 2400 человек. Ребят, я не знаю, как вас одарить. Отдельное спасибо каждому, кто сегодня добил всю сумму. Спасибо большое каждому, даже если он донатил самую минимальную сумму. Спасибо большое то, что вы со мной проводите время. Спасибо, естественно, каждому человеку, который сегодня порвал этот стрим. О, привет, ты тоже не спишь, стримишь? Папарарара, пи-пи, папарарара, пи-пи. Спать хочу. Я тоже спать хочу, 2 часа ночи, все люди спят, спать хотят 2 часа ночи. Вот эту юбку 18 метров надо сделать на сцену. 17 на метр 20. Кушать? Согласен. И надо убраться. Надо убираться. Ты убираешься. Убираться? Ты убираешься. Убираться, значит, да? Ты убираешься. Я убираюсь, да, значит? Посуду, ну? Может,
Я и посуду мою. А ничего тебе посуду? А, я согласен. Я по... Да, я полностью с тобой согласен. Мне надо помыть посуду. Ой. Я что, вообще? Здесь она должна быть вот так. Короче, Дуримонда. Здесь оно как бы еще... Оно же до сюда, да, было? Это не важно. Это важно, это важная важность. Это не важно. Это тебе... важно. Ты делаешь вот тут одну, смотри. А она у тебя вот здесь должна. Это здесь вообще ни при чем. Какая разница, если они одинаковые? Ну, Кать, поцарапаешь глаз мой. Кать, я собрал. Молодец. Раздраконили меня на стриме. Надо эти бы ролик еще записать. Тебе сделать салат, Кать? Ну, я не знаю, тут что-то есть вроде как. Перец, помидоры, лук, маслины, сыр, хлеб. А у нас же огурец еще был когда-то в этой жизни, да? Не был? Так мы ж покупали. Кать, я думал, у нас есть маслины, у нас 3 штуки осталось. Ну ладно, 2 мои. Ну, 2 мои, 1 твоя. Не до салат. Спасибо. Тебе спасибо. Ну, тебе за компанию. Чуть не подавился. Я подавился. Все, давайте по местам. Не топать, не шуметь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ладно, начинаем. Симка потом в этот шашлык зайдет, когда сможет.